Вот в новом доме сделали комнату дочки. Тут вот во всю стену у нас стоят такие прям шкафы. Эта комната, конечно, больше туда, она уже закинула игрушки. Картин повесили. Такая персиково-розовым. Если, конечно, не понравится, покрасим больше белый цвет. Ну, конечно, это еще не конец, нам не хватает. А то мы хотим купить новую кровать, мебели кое-каких, шкафов. Это на шарики повесил такие. Классные в индийском магазине купили такие. Светится ночью. Она на картину повесила, там, поэтому картина такая кривая. Вот тут у нее. Там тоже не довесили. Еще муж сегодня будет вешать, чтобы и украшения были. Ну, здесь она вечером рисует, пишет что-нибудь. Крем для ног. Ну, тут вот всякие тетрадки у нее, наклейки на подоконнике. Свечка. Здесь она зубики свои складывает, которые выпадают. Светильник ночной. Ну вот стол мы тоже будем менять, так что это так вот, пока у нас временно здесь все. Вот это из IKEA, кстати, наклейка очень смотрится классно, как 3D такая. В общем, такая комната, шкафы, конечно, огромные, так что тут много чего помещается. Здесь книжки у нее, игры всякие для рисования, все. Здесь вот одежда, вся ее. Носки, трусы, естественно. Платье. Там у нее постельное белье. Вот. И здесь тоже зимняя вот одежда. И куклы. Книжки. В общем, вот так выглядит комната. Ну, это еще не конечный результат. Нам, конечно, здесь еще делать, делать и делать. Ну, как будет конечный, покажу. Кто интересовался, сколько моей дочке лет, ей сейчас на данный момент 8 лет. Выключаю фонарики. Не могу некоторым ответить на вопросы, так как многие не подписаны как-то на Google Plus, я так поняла, так что многим не могу ответить конкретно там или в личку. Стараюсь отвечать так в видео. Вот это вот сыночкина комната. Вот опять кроватка, но опять же нужно новую. Ну, пока чуть попозже. Там конструктор и железная дорога. Здесь он книжки его, карандашики. Вот он любит мишек, так что спит с мишками. Опять же, почти полстены шкафы. Видите, коробки стоят. Нет у нас еще комодов. Так что игрушки, книжки. Ой, пока там лежат. Вот это его стол. Как смогла, в общем, все убрала. Здесь такое вообще во всю стену огромное окно у него. Поэтому здесь будет письменный стол и такие комоды стоять во всю нижнюю стену. И там опять же игрушки все. Некуда складывать, хотя комната намного больше. Мишки. Вот такая у него комната в голубом цвете. Вот люстра. Ну, в общем, пока так. Пока так обустроили. Здесь такой коврик, он играет с машинками. Вот. Буду обустраиваться дальше, буду показывать вам дальше. Если вам интересно, значит, смотрите. Если нет, значит, не смотрите. Да, тут столько игрушек, я даже не знаю, наверное, все-таки придется поотдавать еще половину в садик, хотя мы половину уже отдали, и все равно столько много. Вот. Здесь мы еще купили ему. На это окно мы ничего не сделали, так что свет ему светит. С утра он встает у нас раннище. Сейчас смотрит он мультики про Кроша и Бараша. Там у нас зал. Бардак пока. Сейчас буду убираться. Может, покажу потом.